Кривака. Нахуй этого в катику тогда, чтобы не юзать? Вот это жестко было. Это то же самое, как бабл не юзать, да, на паладине? Паладин без бабла почти как вар. Вот этих справа тоже заберите, тут кто не впадет у нас. Сзади. Куда бежит тогда? Мобов убейте, потом будем бежать. Думаете, босс куда-то убежит от вас дальше? Много ресните. Валера, прочитай, сейчас по им напишу. Так, фулл ребаф раздали. Сейчас спускается только воид. Че, пулять? Подожди, не пуляй. Волшебника сейчас все на пулы, волшебника роги отдавайте. Рога отдай в лою. На пул. Пуляй. Милики, идите только по команде. Милики назад. Отойдите все. Лоя, дамаж, луки, дамаж. Все, пускайтесь, милики. Под боссом была. Если залетаешь, то дай сначала на пул. И триксуйте либо Аверна, либо Лою. Они вторые погроют. Да, там не важно, трогала ты или нет, он просто ковыряет. Что ты ближняя была. Там такие бац и копии нажали. Все, пизда. Там третий по агро идет лок. Так, все, там милики уже не креетывают. Я иду за локом по агро, но я не достану. Рано еще, Валер. Печально. Потом надо, блядь.
Уже трогу резнем, хай девчина подамажит, блядь. Давай, Алиса. Все равно не успеем быстро убийство сделать. Средств Берню. Да, я сделал. Забав эти рогу. Шо, Гера сейчас откатится, ебашим сразу, пробуем быстро убийство. Да, не. Сколько там минут у нас, чтобы полтинник снести? Геру. Дайте рост. Гера, Гера. Я говорю, что не успеем на отставить. Два ляма оставим где-то. Надо лока штук 9, ебать, в Африке, блядь, чтоб успеть. Три вообще, блядь. Чё вы так Африка? Я 198 был афликом, я 6 камень давал на лоскутике. Что, тестрик тоже так дает с таком деле? Не думаю. И я давал. Дает, дает. Это чит, так посмотри, 30 секунд, ты с ума нахуй сойдешь. Посмотри, у него глаза плывают. ЕПГБ какой-то тормознутый, блин. Так, давайте, пуляйте этих мобов сюда, подводите к входу, пока босса нету, и тут на входе поставите рыбку, там поешьте кому надо. Рыба стоит, кушайте быстрее, сейчас босс уже спускаться скоро начнет. Подтягивайте все сюда. Слава, кто там еще? Забафайтесь. Где рыба, я что-то не вижу. Уйдите с рыбы. Дерево. А что если его в другую сторону вести? Просто пока ты доведешь, там есть линия, на которую может развернуться и блевануть в рейд, а тут ты сразу поведешь.
Там просто если с той стороны вести, типа места будет меньше. Так ты его потом прямо в стену можешь вести, вести, вести. Агонист. Я релогался. Так, все, все готовы. Можете пулять. Аварии ты ставишь? Нет, ты там природы. Да там очищение ни в коем случае не ставить, а от сил природы воткнить обязательно. Огни, огни давай. Кто там будет? Отводи. Тормозит, забери. Алиса в ордру. Вакуум ушел. Не в ту сторону. Ну ебаный. Да, не видим, мы сюда сейчас будем босса вести. Что ты делаешь, блядь? Ой, блядь. По объявлению набрали, да? Угу. Рано здесь понял. Он же сам, наверное, кош нажал. Слава, веди его не по зеленой хуйне, а ближе к стене. Потому что там лужа растет, будет потом сейчас проблематично идти. Маги, вышел. Маги. Вышел, вышел. Рога продиспел. Здрасте. Андрюлик, выйди с рейда, только быстрей, блядь. Продиспельте его. И возвращайся обратно. Кизар. Когда ты говоришь Андрюлик, я сразу себя ассоциирую. Ну, это Андрюлик другой, да. И сразу смотрю, когда дебов нету, нормально. Опять накидка блеск. Да, ну тут по КД падает, но сказать, это был рейд, 6 штук их упало. Ну, уже 4. Еще не вечер, так сказать. Да, да. Я в Пугареде 5 исчезающих проклятий видел, тринки вот эти, меткости спаля. У нас когда-то, блядь, упало с паука, по-моему, блядь, 3 нахуй, или 2 сразу, не помню, 3, по-моему. Ну, с одними там все в порядке? Меня только хиловские падали, так много. Блядь. Сука, лужа наросла. Ужас. И как она? Вкусная. Валера, давай перекус сделаем, я может успею. Давай без тебя сможем убить. Ну давай без меня. Так, чё зря смашу ступишь, треничку мне нахило. Хе-хе, хер смерть. У меня жизнь и, блядь, сова.
шкаф ставьте. А? А? Все сказал, я таки не услышал. Шкаф. Да не тебе, а срез. Кому шамануть? Срез. Срез, забирай. Алло, алло. Он с другими не разговаривает. Алло, забирай, забирай, алло, алло. На связи. Забирай. Забрал. Первый вызывает второго. Первый, как слышно. Надо выбрать, как слышно. Так, Лоя водишь тогда и... Давай, Арстайл, ты тоже поводишь. Да, в ворота два ДКшки танчат. Прямо в ворота сжимайтесь, стоите там, я-то там буду ставить. Забафайте, шаманчик. Верх не забывайте снимать. Так, ну я-то там буду ставить на замедление. А, у кого есть яд на снятие берц? В разбойников. Я и спрашиваю, какого. У всех, по идее. Все, мигом будет мазать. Давайте чек на пол. Быстрее, народ, раздупляйтесь. Все, все готовы, давай на кашка поля. Вроде сразу на пол. Ковырять его. Забирай, и как скинуться, забираешь снова. Хорошо прилетело мне. Так, скорость истребления не видит, да. Блин, мне там приморозил. Так, приготовьте свечиться. Все в трэш, уешку. Залейте быстрее. Заморозьте. Я сам. Я прохил, народ. Ну, трэш замедлите. Вон один идет, сейчас он съест его. Быстрее, быстрее, все по трэшу. Почему локи стреляют, блин, по боссу? Залейте уешку, убейте долбанный трэш. Играйте по боссу. Блин, один ушел.
Один ушел. Садись, кто-нибудь. Все. О! Грудак надо. Ебать. А, Пэт? Пэт вообще не ролим. Там был... Ну, по ИПГБ как бы отдается, там что-то там паролы пишет. Сколько ЕП, Пэт, точнее, ГП? Соточка. Смотрите, алло, идет чувачок, уйдите лучше. Салки играют. Кто быстрее до моба добежит? Мурлуть тебе сильно надо, грудак. Мотли. Войд танк. Не 200. Да ты быстрее, ты 8 возьмешь. Ага. Там знаешь сколько мага? Стой. И ну, 10 идешь, возьмешь. Если была еще десятка. Ну где ты есть? Трейд кидай. Да я тут еще бегу. Ой, впервые слышала Марлю. Ну все, теперь можешь спать без трофиков. Куда я иду? Куда меня определили? Давайте первая, вторая уходите. А, первая, третья уходите налево, вторая, четвертая уходите направо. Направо ДЦшка, Эрдру и Иршам. Холипал и я идем налево. Эфарина, можешь ГП снять? Я Войду передал грудок. ДЦшка налево, артстайл, и ДЦшка направо, артстайл направо. Почему вы здесь находитесь? Артстайл. Нет, ты что не вижу. Так, у нас Гавайи одного нету. Ток направо. Да, метки поставил возле босса. Сейчас будет новая тактика. В синюю становимся с красным дебафом, а в красную синюю. Ну, вы ее услышали? Не слепой. Что, рили? Сори, я упала. Подожди. Это часть тактики. Да нет, предупреди. У меня есть. Ой, у меня Void есть. Я трейд. Закладка есть на 18? А, конечно, ты что, я же кожевник. Да, вот это? Стрим. Блять. Угу. Пуляем? Да, пошли. 18 выносливости, 100 с тибористой кожи. Зачем она тебе? Затрудняюсь ответить. Когда мы будем падать вниз, минусы становятся в квадрате, плюсы в крестик. И сразу подбегайте поближе к боссу. Танки вы сразу должны уже, как только прыгнете, сразу бежите под босса. Не стоите, не ждете, сразу под босса. Сразу агрите. Все ДДшки, РДДшки не стойте ближе, чем танк стоит на пуле. Справа пристопните чуть-чуть, послабее бейте. А, справа, слева. Слабее бей. Все, я отошла, отошла. Слабее, это не значит отходить. Ну там 500 тысяч разницы, лучше отойти. Ничего.
Надо лучше черепочек ковырять. Бейте. Сейчас по цветам постоянно вижу по... По цветам. Больше черепочек играйте, больше черепочек. Чуть помедленнее крест. Стопните крест. Да, нормально. Все добивайте. Новая атака. Перепрыгивайте. Ура. Ёбаный рот, нахуй. Танки под босса, танки. Там один. Надо. Все, ждем полярности. Пососитесь немножко на ренже. Сдвиг полярности, приготовимся, смотрим свои метки. Минусы перешли на свою зону. Ну подальше ренжу возьмите. Встаньте в метки. Не пойму, что тут полярности приготовились. Плюс крест, минус. Перешли крест. Кому надо. Какой плюс крест, ты чё? Сказали, по цвету. Ебать, пол рейда сдохло. Садитесь все в центр и умрите нахрен. Все в центр. Умрите. Ну не надо убегать. Умрите. Просто умрите на месте. Ёбаный рот. Почему нужно убегать? Умрите просто здесь. И перед этим я специально ее уточнил. Это рофл, что ли? Минус. Я сам спросил, сказали в крест плюс, квадрат минус. Сказали до этого, блять, по цвету. Хули непонятно. Синий это плюс, блять. У вас с цветами она отображается. Почему вы не можете, блин, встать нормально? Было бы заебись, если бы он сказал. Сука, плюс несем в крест, а минус в квадрат. Сказал. Весь рейд бы упал сразу. Блин, такой контент уже должен без тактик закрывать был. Так, блин, если ту тактику меняешь, то, конечно, тут будет путаться. Блять, сказал же, по цвету никто становитесь, а мы, если вы кого-то другого послушали, блин, какого хрена это моя вина? Нет, ты сначала сказал просто... Сказал, крест. Я вообще ничего не говорил. Я вообще вам ничего не говорил. Я поставил метки, Настя что-то там сказала про какую-то тактику, я ради рофла сказал, что так и поступаем, блин, и вы все послушали. Ради рофла сказал, все послушали. Ну вот именно, блин, когда я рассказывал тактику, меня хер бы кто слышал, когда я рофлю, блядь, все слушают какого-то другого человека. Вот сказал же, по цветам вставайте потом. В чем, блин, проблема? По цветам встать. У них рука машинально несет плюс вправо. Они смотрят на босса, идут вправо, а там крест, сука. Ну так включите мозг. Что это? Единственная задача — включить мозг и думать. Что это такое? Это ХМ в ульде. Угу. А. Я просто запиздил мозг на этом, на йоге. Уже не знаю, что это. Кожевники есть? С толстой борейской кожей. Я есть, у меня есть толстая борейская кожа. Одну накладку на 18 стамы можешь скрафтить сейчас? Да, могу. Скажешь, как скрафтишь? А, я в трубе лезу. Больно будет. А из-за чего? Из-за вайпа. А, да? Я упал. Это тот же челик, который на БК играет, да? Который, а, да? Ниди лук. Или это просто кто-то похожий на него? Он постоянно так, а, да? Как так получилось? Или это не ты? В смысле, что? Войд.
Скрафтил. Это хрень? Да. А, ща. А сколько штук надо? Одну. Окей. Как можно было бежать и зацепить большого моба? Алло. Вы где там бежите? Магия пень. Такой ответ устраивает? Короче, Войт, придешь, трейд кинешь. Я возле рыбы. Шмануло бы меня. Ага, я же не могу в шкаф ставить. Лок что? Вон Лок пишет, суманите. Как? Там локов хватает, как бы. Ну, хотя бы один бы лок прибежал, они все стоят нахер вначале и сум просят, блин. Ну это же... Ну ты серьезно, блин. Ладно, полечу тогда. Да, у нас был еще третий лок, подожди. Ну, слушайте, вы серьезно, блин, вы все троем стоите, вначале сум просите, бегите, блин, все. Да я, блядь, упал. И сдался. Решил, ну его нахуй, не побегу, блядь. Долбаные дживсы, блин, зачем вы летаете в Долоран чиниться? Я простил меня, думал про игнорил. Ну, войс, скажи. Я больше сказал. Три раза скажи. Бог любит троиц. Ты просто пиздежа лишнего много. Пишешь Шерелу, блин, в ПМ нафиг, то, что тебе нужно починиться, и там уже будет выяснение, у кого есть дживс нафиг. А то, что ты там где-то пишешь или говоришь под себя, блин, не всякий услышит, блин, тем более тут такая куча народу трендит нахрен. Так, док, сейчас спадешь тоже налево. Кушайте рыбу, пока стоит. Что там, луки не прибежали? Только что. Один прибежал. Этот лок такой страшный. Крыс какая-то. Погнал. Извинись. Ладно, прости. Тебе грудак отдали? Да, да. Алло, Буренки, ну, отзовитесь, Буренки. Я здесь. Надо не так говорить, надо бу-бу говорить. Ужас. Плюсаните кого-то там сумму. Давайте фулл рыбаф раздали, покушали рыбу, возьмите огурцы и разбредитесь по своим местам. А где взять огурцы? В мажиной канаве. На огороде. А, увидела. Поздравляю. Там док их. Дайте инту. Спасибо. Все, все готовы, давайте плеть. Не становитесь все в метку или дальше, не, ну никак не ближе. Если у вас прям капец не хватает, то можете сделать один шаг.
фондай, как все привыкли делать. А то на пиздец. Ну я переставил во время боя немножко подальше, чтобы не могли встать. Метки немного асимметричны. Да. А, ну все, нет. Все. Ебать, что происходит? Ну, но с плюсом это варан, тэпайте сразу. На плюс в квадрат, минус в крест. У вас оно даже по цвету будет подображаться. Так, иди ровно убивать. Офигеть. Перепрыгивать. Вот теперь, блин. Там, блядь, по-другому. Сразу на пункте войду. Ты глаза разуваешь, все делаешь, как тебе сказали. Это реализует полярность. Перешли кому надо. Нуб детектит. А чё с Герой? С их полярности подготовились. Перешли кому надо. Тот же вопрос, что за Гера пошла. Да, минус крест. Две полярности приготовились. Перешли кому надо. Приготовились две полярности. Пришли кому надо. Две полярности приготовили. Перешли кому надо. Две полярности приготовились. Пришли кому надо. Две полярности приготовились. Перешли кому надо.
Заполярные себе готовились. Перешли кого надо. И как ты не устаешь? Да я заебался в край. Попробуй не говорить. И вайп сразу. Ты не поумираешь. Нет, хуй не, просто задаюсь вопросом, как типы узнают, когда кому надо, блядь. Что две полярности приготовились. Пришли кому надо. А ты знаешь, как мы вчера в вульту ушли, я, получается, всегда говорил диспелить хули пал. Вот один раз не сказал, он не продиспелил и вайпрейд. Ну рейд не из 25 таких хули палов. Мне просто если логически подумать, если бы они не знали, кому надо, нахуй, они бы хоть перебежали. Две полярности приготовились. Перешли кому надо. Кому надо. Чтобы понять, кому надо, блин, смотрите на свои дебафы. Вовремя, 4 КБС осталось. Там вон, Тиазар и Вака уже поняли, кому надо, блядь. Сами отходите от босса назад, у кого бы. Расскажите плюсы. Тактику. Будете достойно. Минусы не подходите, минусы не подходите. Еба. Минусы разбредите, ренжу наберите друг от друга, иначе вы взорвете друг друга. Разраливайте быстрее, идем паучи. Вот эти неплохие с мастерством, да? У меня как раз мастерства 12. Зачарователи, 22 выносливости есть? Ой, попрошайка. Прочарите? Подожди, у меня есть? А, у меня сам, я сам зачарователь, спасибо. Мы уже спулили. Все, я сам красавчик. Ага. Забыл просто. Хейтер получается. Да не. Где там сейчас найду оружие, где там, блядь? Обуви. Обуви. Где она, блядь? А, жизнь. Забиваешь, но обувь. Что-то не то, блядь. Стойкость? Обуви. 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 Вставай быстрее. Ах. Блядь, да где это? Вот она. Поздравляю. Панч, тяну. А что там, какой квартал? Льда. Можно сходить еще один раз в военный, че, блин. У меня кто-то лагает. Пинг поднялся у кого-то? Да, у всех поднялся. Да, у меня залагало вообще. Ну это я там чарил, сейчас нормально будет. Это чарится, видимо. Все, магнитная буря. Мне выкинуло. Я говорю, тапки чарил, блядь. Сервер упал, да? Нет, нет. Вы два. Короче, я стою между артстайлом и моралью. И они оба на месте бегают. Даже дружки. Ну ты что-то залагало. Да так кто чарится. Я уверен. Типа, кто-то зачарился, упал сервак? Ну я тапки сейчас чарил, пиздец стал лагать. О, отстал, пропал. Исчезновение. Я не пойму, этот Гавачу в ресторан пошел кушать? Или что? Какой еще ресторан? Он же кушать отошел. Или он пошел сам себе готовить? Борща готовит. Потому что ему надо уйти куда-то. А, появился. Он, знаешь, он поел, а потом типа отдыхает, типа после еды. После вкусного обеда по закону Архимеда надо полежать. А? Надо. Чё ж закон Архимеда как бы про всплытие? Всё правильно.
А что там где всплывает? А вот. Чарил тапки на это. Выносливость. Фулрипов раздайте. Клондайк, иди. Чё пихтало? Этот вздох. Или тоже вылетел. А шо, давайте этого гуся в центре танчить. Эх. Нормально будет. Мне говорили, по четыре стороны света встаешь и только в одну подкидывает. Так я тут шо, на ком? А ну, барак. Смотри. Давайте в натуре, там же сбивается притяжкой в рой. Звучит как будто бы оскорбление. Звучит как план. План. Не, я про... Маба. Смотрели со Ступдобгом фильм, там он в самолете летал, водил самолет, блядь. Мужик этот негр у него спрашивает, блядь, траву принес такой за спиной мешок? Да, целый мешок, блядь. Ага. Пристабав. Не вижу пристабафа. К чему эта информация была? Ну шо, в центре? Залезь лапу всю хуйню. Да, ставь его на центр, все разбредитесь по кругу и все. Клондайк или кто-нибудь, дайте стамину. Все, пуляй, пуляй, пуляй. Быстрее. Ебать. Что он так пиздит? Все стоят в одной стороне. А, это там не стоят? Чего вы так сильно дамажите? Я не успею притяжку дать в рой, блядь. Ну, одни милики стали с одной стороны, другой с другой, чтобы всем не летать. Распределитесь хоть как-то. Новая тактика. С ботиной стою. Сейчас с одной ботиной подлетела. Все нормально живет. Я же говорил, офигенная тактика. Нет, капец, ужасная тактика. Зачем такое придумали? Получится. А давайте еще стукнем там на 10%. Я хочу его бритнуть, чтобы самоутвердить. Сейчас будет трой через 10 секунд. Ну там, блять, позже он будет. Там что, не успею, бля, не бережу. Сука. Настя, стопай. Так, в смысле, он рип и все, Юра. Не хочу, чтобы он вообще офигел, ну типа... Сейчас хат будет, скоро, готовься. Прикинь, проебу. Бля, ну давай. Ну пиздец, ребята. Молодец. Ну если бы ты это не сделал, мы бы вайпнулись, да. Атака, блядь. Это говно кольцо, блядь, танковское, заебало падать. Одно и то же говно, блядь. Ага, говно, тупого говна. Войд, Войд, надо скринить этот кинжал. Да я видел два их, блядь. Скринить. Да, есть один челик, который уже 17-ю неделю ходит и не может полутать этот кинжал. Кого, кого? У нашего Роги. Кинжал этот ебучий. На него вообще не падает. Без него ходим, падает кинжал. Вот это плетение смерти. А он говно, блин, нахуй он срался, ебать. Да еще он ходит с февраля месяца. Даже раз. С робота падает хороший дагер с скрытым с мастерством, с полторашкой скорости, а второй хороший дагер падает с железного собрания с десятки с хейм. Вот эти два дагера — это отличное сочетание. Ну да, а у меня нету пока, я не ходила, не падал ничего еще. Писовые вообще считаются дагера, это которые... с железного собрания с 25-ки и с фреи с 25-ки. Так. Там 1.8, 1.4, по-моему. Убегаешь. Иди туда сразу. Как передамажить лока? Не пойму.
как? Берешь, короче, вкидываешь в игру 50 тысяч, закупаешься на все это дело. Какое дело? Иди больше. Мне нужны даннеры, чтобы передавать. Если ты паладин, у тебя есть способность. Это еще на полшишечки бьет. Андрей, ты знаешь, с начала боя начинаешь напуливать блока, чтобы он сдох. Да-да-да, поняла. У меня на это ответка есть, у меня раскол нет. А потом Валера мне ГП в лицо просто. Нормально. Ты ему денежку закинь, не он не даст. Откуда у меня... Откуда у студента денежка, ты мне скажи. Заработай. Домашки проверяй. Не. Я тут посчитала, сколько у меня в месяц уходит, у меня глаза на лоб полезли. На шо, на косметику чешу? Да, на всякую хрень. Да, зачем повторяться? Господи, что происходит? Они решили все загрить. Это... А, еще пачка. Что, Мурлу ворота, что ли, тут? Ну да, да. И когда вижу Ник Тодрина, у меня уже в голове ассоциируется рыба. Ваку поставь в шкаф. Сказал Ваку, все равно два поставили, да? Ну ладно. В смысле? А кто лок, а кто не лок? Сказал Ваку. Ваку. Спасибо. Так, торнадо залетишь, там этот трэш загришь, а шавуха твоя задача, ты знаешь. Все, погнали. Держите мне семь. Ебать. Ну вы видите босса. Да надо, я тебе сказал, трэш держать. Ну какого хрена вы не слушаете? Для кого вообще, блядь, это все говорится? С дождя уйдите его. Понеспельте. Прохильте. Диспельте это дерьмо. И снимите по-братски мобов, а? Шауха, приготовься. А кто нам еще остался? Секс, наверное. Уже заебал Лок. Ты это сам себе? Да. Своему персонажу какой-то, черт. Пипец. А можно мне так? Я думаю, это все потому, что это ебаная белка, блядь. Да, у меня крита жопой жую, я типа хосту добираю камнями. А мне бы крит. Это себе и так нормально с критом, алло. Хочу ровно 50%. А сколько у тебя под бафом? А? Сколько у тебя под бафом сейчас скрыто? 46. Тебе жопа не слипнется. Мало.
Хочу, чтобы яды критовали по КД. Убежали отсюда. 20% крита, вообще пофиг. Тебе оно не надо. 4 кольца. А если нажать не откажусь, это типа дадут бесплатно, без ГП? На транс. Да. Кольца. Ну, я манал брата, да, с ГП, чтобы там где-то в офспек. Прошу десятки заплатить. Я бы взял на успех кольцо, ГП лутать за него. Да, лучше сейчас одеваться в ульде. У меня так же самое. Вот на Акстрамас это уже мода прошлого года, а здесь ультрамодные, ой, в ульдуаре ультрамодный шмот. Только скидочек в виде меньшего количества ГП нет. Хайповый шмот. А, я понял. Да, это я доигралась, поэтому... В смысле? Вместо того, чтобы делать лаву, я сидела, короче, на РТ. И задротила. В итоге мне теперь каждую неделю нужно 10 лав сдавать. Пиздец. Вот-вот, потому я и буду опаздывать. Какая ты жесть? Я, наверное, со степухи слечу. Было 15, будет 3000. Нет, да. Не, ну ничего, пойду на работу. Пойду на работу, ну, чё. Да. Борис, ты устроишься, наверное, не знаю. Ну да, здравая тема, будешь бухать. Все равно. Ну, это не Борис. Буду донатить теперь. Я пойду на работу и буду всю зарплату в игру. Т4 выпустят сразу, задонишь. Даже скидки не будешь ждать. Не знаю, кто-то нет. Что-то кроме трень. Тупо ты 4 стуканов. Чисто, чисто. Потом печеньки сразу покупаю. Ну сколько он стоит, будет сказать. Так же, наверное. 3-3.5. Всем плей. Один кусок. Мне тут еще предложили стримить. Кто-то какой? Чтоб тебе типа донили, чтоб ты Т4 покупалась? Ага, да. Не, ты знаешь, как поступают, как, блин, Даша, по-моему, ее звали. Берешь, пишешь в общем чате, типа, мальчики, задоньте мне такой-то, такой-то вещь, поговорю с вами в Дискорде. Не, было дело, мне донатили уже маунтов, так что все норм, по 2000. Также можешь брать две остальные вещи. Почему куканы не разбивают людей? Почему мужикам так не донят? Я не понимаю. Ну голос не магия, такой. Магия, пизды. Да. Нет, почему? Ты можешь... Это мочищение, типа, поставьте, шаман. Ты можешь, знаешь, как сказать... Ресните, наверное, клондайк. Пишешь, короче, в этом... Покажу сиськи, типа, за голду.
Не, я не такая. Не, мужики это спокойно практикуют. Ну ты не свои скидывай. Не, вот именно то, что ты свои да. показываешь, как бы. Ну, сначала блин, голд, как... потом сиськи, а потом кидаешь мужские. Ты берешь голду, потом там в Дискорде или Скайпе где-нибудь добавляешься, и потом показываешь им базу свои сиськи, и все. Нет, нет, ты чего? Да я мужикам Ну-ка. Говорю, девки, не тебе. Так, нам-то пофиг, по сути. Покажем, что. Это вот мужики таким занимаются. Сколько так уже подколол людей. Ну, во-первых, я этим не занимался, только ты это шаришь, как бы. И возникает вопрос, почему ты этим занимаешься. Толком смотри. Окан, разбейте РДД, проснитесь. Разбейте хоть один. Не спрятайтесь. А Гера будет? Нет. Серьезно, меня на фон, блядь, вынесло. Добивайте босс. Это чтобы далеко не бежать. Ты, блин, не успел. О, пятая. Пойма. Ухо хорошее. Вибрирующий мундир. Ну хоть не штаны. Почему они не могут сделать нормальный сброс кокона, блин? Стоишь минуту как дурак. Я не могу чужой спек посмотреть больше 5 секунд. Так хорошо. Что это хорошо. Давайте сначала, чтобы они сделали нормальную смену спека. Не, чтобы она заедала. Бля, сколько коров развелось. Ну, это моя первая корова. Ага. Да, у нас 50% рейда это корова. А я дворфик. Ой, добавьте его к нам в пати. Зря ты это сказал. Я хил. И что, что ты хил? Все, хилы в одну игру. Так не работает. Работает. Настя, а сделай еще одну такую на 18 выносливости. Вот я днями напролет этих йети убиваю. Ты у меня просишь. Так, ты где? Алло. Деньги бери с него. Нет, это что? Маунта покупают. Тут рыбу поставили. Ты только сейчас заметил, что тут не в чаре, ну. Хотя нахера на сапфироне. Шо? Вага, тебе кольцо передали? Кто ты из Плодинов Ростовар? Так, фулл рыбов раздали.
Все, все готовы. Давайте. Мира пошла. Ну, дождя убегайте, народ кто стоит. Вон. Поставил где-то номера. Готовились лед к оранжу, набрали, ждем три глыбы. Спрятались за глыбы. Разбрелись. Полипало. Взлетка, разбились, реншу набрали, ждем три глыбы. Шавуха, глыбы встанут, сдашь, темномана. Спрятали за глыбы, быстрее, гимномана. Альфеги, какая-то херня называется взмах крыла. Моб ее, да? Пропал. Такая херня постоянно. Чего у него дыхание выпилили, кто знает? Или его так и не было? Было. Но сейчас нету. Стареешь. Ну типа вот этот шар только скидывает и все, а у меня не дышит. Мысли ледяное дыхание вперед? Да. Не, у него никогда не было. Так можно его... Можно... За моей спиной, получается, стоит. А Клифф? Его у него тоже не было. Хейтер. Клифф, по-моему, должен быть. Просто миникам невыгодно перед ним стоять. У бочины еще и... Ай, блядь, забыл. Забыл, что за глыбу надо ставить. А, получается, на бас. Отвлекайте, блин, со своими херни. Это каждый рейд. Ресните. Капец, рейд колец. Рейд Властелина колец.
Кольца ставишь на пальцы ног, нахуй. На руки, блядь. Перса открываешь, смотришь, там на ногах кольца такие. На 11 пальцев так? Да. Смотри на моего деда, просто видишь ноги, короче. Блин, вот, ща посмотрю. Тарис, блядь, или похуй, блядь. Ага, не стрис. Я на тумбочку встал, чтобы лучше видно, блядь. Тариса, это кто-то. Видишь, что, туда прикручиваешь кольца, короче. Блядь, я застрял, я застрял. Что за хуйня? Ебать тебя плющит. Ну прикинь, на левой ноге на ловкость, выносливость, на правой на силу, мастерство. Типа правой короной, левой похоронной? Угу. А мы после Накса идем что-то еще? Спать. Спать идти. Не понял. Войт, у тебя который час? 9:30. Я вот 5 часов назад проснулся. А я вообще не спал. Рыбу покушали все. Становимся все в звезду, кто поел и готов. Всех петов своих поставьте на бездействие абсолютно всех петов. Посмотрите, у нас в рейде блада есть. Если есть, то пните. Точнее, если у них есть черви, то пните их вот на место. Да не, это не блады, это геи какие-то. Так, вдаль там меньше уешек, особенно всякие... Все готовы, давайте в центр. Петов на пассив поставьте. Сука. Геев на пассив поставьте. Геев. Авария, улетел. Какая авария? Дискотека. Вон в чате написал, авария, вылетел. Ну, самое интересное. Чё ждёшь? Господи, я зеваю, чуть микрофон не съел.
Это как в этой корпорации монстров, это зеленый шарик, да? Какой зеленый шарик? Ну этот, глаз. У тебя глаза зеленые? Нет, там был такой в мультике зеленый глаз, немножко круглый. Глазовский. Че, никто не смотрел? Короче, монстров, алё. Смотрел, да. Ну, в конце микрофон схавал. И рыгнул. А он геев на пассив перевел. РДшники, бейте мобов, что вы там спите? Какого хера со всех сторон идет по 50 мобов? Что, ну, вкашет? Рубал написано, блядь. Да ты дал КП, блядь, за то, что я попросил сум, хотя я бежал, типа, что за бред? Так он же тут. Чё? Соберитесь, сейчас фаза. Моба, добивайте фаза последнего возле босса, быстрее, РДДшники. Добейте босса. Раньше 10 наберите. Босса в центре. Моба добейте, РДДшки их сразу ренжу набирайте. Милизона, отойдите, взрыв. Дают первый ответ. Спим ему касты и поставь его в середине. А, РДД зон. Да-да. Все, РДДшки, встаньте сразу на роже, чтобы там друг друга не доставали. Взрыв на таверне. Мили. Внизу аккуратно. Взрыв на лаку. Идите от него. На геро продакста. Законтрольте людей. Законтрольте рога. Рога меня за контроль. Не убейте его, ну кто бы не убьет. ДКшка, вот серьезно. Мелизуна, Егор. Артстайл. Так, Клондайк, БР. Вако, отойди. Кто руку прервал? Зачем? Ты от... Руга, отойди от танка, блядь. И заморожусь, еще сдохну, блядь. Ой. Контроль раздаем быстрее, друиды. Летит ДСшка. Варюга. По рукам. Слева ушли. Так, до колови, трэш, торнадо. Ого! Стрим для зоны прихил. На Клондайке взрыв мана, отойдите от него. Контроль дали. Законтрольте. Волшебник, пока. Типа километр.
Ангера пошла. Дрифтманы, отойдите, ребятки. Получает. Законтрольте, ребят. Ну, законтрольте, кто не трогает, сейчас закрут меня убьет. Законтрольте рога, ну хоть кто-нибудь, хоть друг, блин. Или зона. Рога, ну, проспит. Все, раз. Дискольте. Страшно люди бегали. И ни одного кинжала, да? Ого, топорик классный. А, плащ! А стоит его декатанку брать, нет? Нет. О, плащ или топор? Топор. Да. Нет. Не. Это хант. Это ловкость, видишь? Тем более меткость, не мастерство для твоих хапов, поэтому, ну, ни о чем. Блин, а я там, если что, на спину случайно тыкнул, мне не надо. Так, что там ножки у нас? Че, топор никому не нужен, серьезно? Всем спасибо. Ну, короче, не ливаюсь, рыбья. Но ушел. Всем спасибо, пока. Пока. Ну, топорик тогда на низ уходит. Нет, не могу скинуть тяжки копить. А ИП можно на пало получать? А, ты уже пропонулся. Которым. Так, сейчас раздам епашки. Кто ливнул? Лок, где-то весам. Он за 100 ГБ, ГП обиделся, кажется. Слышишь, Кирилла, можно ИП на пало закидывать? Ну, если ты перед рейдом Валеру предупреждал и шмотки некие не лутал, то можно. Не, я лутал. Все, ЕПшка начислена. Можете разбредаться. Грудак забрал зато.